Так, еще раз показываю еще один участок на Мацесте. Это уже, в принципе, низ прогресса. Вот такой вид будет на Ахун. Участок вот идет туда. По рельефу он очень хороший. Есть тут старое строение. И обратите внимание, вот там вот бетонная дорога. В принципе, 120 метров до асфальта. Спокойно доезжаем. А, тут есть центральная вода. Естественно, центральное электричество. По газу вопросы. Ну, скорее всего, газа нет. Я его не вижу. И тут тоже есть разрешение на строительство дома. Так, еще тут будет видно море. Сейчас я попробую вам его показать. В промежуток между домами нет, не видно. Вот смотрите, логично, если дом ставить вот сюда, либо вот, вот подальше, то будет как раз вот такой небольшой вид на море. Хорошее место, цена дороговата, но над ценой мы будем работать. Но с точки зрения, опять же, полноценного участка, 6 соток, вот они, собственно, ребят, здесь. Поэтому звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас сейчас по Мацесте и по прогрессу достаточно предложений, которые интересны, которые мы сейчас показываем их практически каждый день. Наконец-то на Мацесте у меня работает нормальный агент, который все хорошие предложения собрал и показывает, собственно, их сегодня мне. А я рассказываю вам про них. Мацеста, по большому счету, наверное, самый удобный сейчас район для жизни в Сочи. Почему? Потому что природа, потому что очень хорошая въездная, так скажем, группа в район, где можно гулять вдоль реки, бегать, заниматься спортом. Хороший, давайте, назову его хороший пляж. Я, в принципе, в Сочи пляжи не очень люблю, но на Мацестинский пляж в этом году даже один раз на нем купался. Относительно ровная, комфортная местность для жизнедеятельности. В принципе, есть все магазины. В общем, ребят, если кому-то что-то нужно, звоните, расскажу про все районы. Уже пожили, уже пообщались. Уже вчера было, кстати, 7 лет, как я уже в Сочи живу. Поэтому опыта уже столько, что передаю я его, опять же, много-много лет своим сотрудникам. Всех обнимаю. Пока-пока.